Несмотря на сохраняющиеся еще эпидемиологические ограничения в связи с пандемией коронавируса, мы постепенно возвращаемся к привычной жизни. В пятницу, 23 апреля, в стенах Центральной библиотеки прошло всеми любимое мероприятие, на котором побывало более 500 человек. Подробности в сюжете нашей коллеги Елизаветы Кабановой. Мастер-классы, различные игры, представления и многое другое ждало гостей «Библионочи», которая прошла 23 апреля в Центральной библиотеке Нарьян-Мара. В 2021 году «Библионочь» пройдет под названием «Книга «Путь к звездам». Посвящена будет она году науки и технологий. 2021 год объявлен в Российской Федерации годом науки и технологий, а в нашем Ненецком автономном округе 2021 год – это год добрых дел. Поэтому вот эти две даты, эти события освещаются нашими мероприятиями. На всеми любимом мероприятии для совсем маленьких посетителей разыграли небольшую постановку про Незнайку. А после представления ребята могли ознакомиться с экспонатами выставки «Техника из прошлого», которую сотрудники библиотеки собрали самостоятельно. Как вы думаете, что это? Думали, что это пылесос? Я сейчас тоже думала, да. Что это пылесос. А это фен. А, фен. Да. Открывается, одевается, угу. На голову и сушится. Все для того, чтобы детки узнали, какими вещами пользовались их родители. А также увидели прогресс. Как выглядело то, что они привыкли видеть в быту несколько десятков лет назад. Затем, поднявшись на второй этаж, посетители могли пообщаться с представителями местной литературы. Я решила собрать в один кружок наших поэтов-писателей, где читатели могут познакомиться с их творчеством и получить живой автограф с пожеланиями. Некоторые посетители целенаправленно пришли на «Библионочь», чтобы не только пообщаться с местными поэтами и писателями, но и поиграть в интеллектуальные игры, которые организовал отдел «Севера». Нас пригласили с отдела «Севера». У них сегодня запланированы две игры «Слабое звено». И если будет возможность, мы хотим принять участие там. И вот с 6 часов началась встреча с писателями с нашего округа. Многие приходили компаниями, ведь изучать что-то новое вдвойне интереснее, если ты с друзьями. А также различные игры, вроде той же «Мафии», увлекательнее играть с теми, кого ты хорошо знаешь. Я сюда пришла развлекаться, поиграть в разных играх, узнать что-то новое для себя и потом прийти, рассказать, может быть, родителям что-то новое. Я сюда пришла пообщаться с друзьями, пойти в какие-то мастер-классы, научиться лучше играть в каких-то играх. Алиса, еще одна подружка, является постоянной посетительницей «Библионоча». Но на этот раз тема мероприятия ей понравилась намного больше, чем предыдущие. Мне интересно там узнать что-то про космос, а другие, мне были так не очень интересные. Вот это, мне кажется, будет намного интереснее других. Благодаря подобным мероприятиям детский кругозор расширяется, а взрослые узнают что-то новое в интересном формате. И кто знает, возможно, ребенок найдет себе профессию мечты, а кто-то новых друзей. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, телеканал «Север».